автомобили новые, я имею в виду, поставляются на рынок, ну, конечному потребителю автовозами. А в свою очередь их защищают специальными пленками или специальными восками. Автосалоны не хотят применять специальную химию, она стоит определенных денег, и они все вот это убирают непонятно чем. В свою очередь, когда они убирают непонятной химией, непонятными составами, они краску царапают. Вот. Чтобы клиенту доставить автомобиль в идеальном состоянии, они применяют механическую абразивную полировку, тем самым спиливают какой-то микронный слой лака, наносят тефлон. Через 5-7 моек, когда клиент купил машину, приезжает, моется, и у него на кузове появляются так называемые зайчики, разводы. У клиента возникают вопросы, почему у меня новая машина, она уже поцарапана, якобы это поцарапали вы на мойке. Но мы это доказываем очень просто, почему? Потому что автосалоны после вот этой абразивной полировки швы в швах не убирают пасту. Если ее не убрать, она застывает как цемент. То есть мы доказываем клиенту, показываем, что вот у вас паста здесь, вам мы ее отполировали. В свою очередь полировка, какая бы она ни была, она в любом случае царапает. Вот, и как бы вопрос снимается. Вот, мы же в свою очередь предлагаем новый автомобиль защитить, чтобы у вас не было проблем в дальнейшем. Перед началом нашего эксперимента сразу оговоримся. Автомобилю и человеку рекомендовано заниматься вопросами здоровья с молодых корней. Да-да, любая мелочь в детском возрасте может так аукнуться в период активной жизнедеятельности, что дело может легко закончиться предоставлением индивидуальной жилплощади 2x2. Конечно, с внешним видом все обстоит не настолько серьезно. Но все те процедуры, которые мы вам продемонстрируем, рекомендуется регулярно проводить с момента покупки. Для большей наглядности мы вполне конкретно поделили автомобиль на зоны повышенного внимания и просто условно чистые, необработанные поверхности. Теперь давайте посмотрим арсенал средств, находящихся на вооружении комплекса «Твой Дадыр». Это на 100% технологии под грифом «Know-how» шведской фирмы «Мистер Кэп» и нанообработка западно-германского концерна «Аутопрофи». И как бы вам и кому-либо не захотелось посмотреть этот материал, самому попытаться приобрести и применить подобное, заметьте, все то, что сейчас мы вам демонстрируем, распределяется исключительно между официальными региональными представителями. А таковым на территории Южного Урала является комплекс «Твой Дадыр». Мы намеренно из экономии времени совместили применение технологии «Мистер Кэп», химчистку салона, нанообработку стекол, мойку двигателя и багажника с чисткой дисков в одном временном отрезке с целью экономии съемочного времени и наглядной демонстрации скорости придания вашему авто безупречного вида. И скажем, в силах этого комплекса за день превратить Золушку в принцессу. Но желая доходчиво и максимально понятно рассказать обо всем, разобьем наше повествование на главы, в конце каждой из которых вас ждет наглядное сравнение, как было и как стало. Фирма «Мистер Кэп», помимо обработки кузова, защиты и восстановления, предлагает такие услуги, как защита кожи, ткани, удаление бактерий, удаление запахов. То есть это мы делаем абсолютно все. Если у вас там, вы купили там годовалую, двухгодовалую машину, многие клиенты приезжают, а предыдущий хозяин там покурил салон, а вы не курите, приезжайте без вопросов, мы это все удалим. Или вы купили машину, а предыдущий хозяин возил там, ну, скажем, кошку, собаку, а у вас аллергия на это дело. То есть, опять же, приезжайте, мы все эти аллергены абсолютно удалим.